7 октября в камерном зале Дворца культуры прошел творческий вечер выдающейся поэтессы. Наш телеканал погрузился в атмосферу любви, осени и кофе. Далее в нашем сюжете. Талантливый человек талантлив во всем. Истину этих слов доказывает на своем примере молодая поэтесса, лауреат множества премий, неоднократная победительница творческих конкурсов Алина Серегина. Лыткаринской публике она полюбилась еще несколько лет назад, когда только начинала свой поэтический путь. Ты мог быть легким и счастливым, а жизнь спокойна и тиха. Но зреют золотым наливом плоды раздора и греха. Твой крик сквозь век до срока врос в тишь. Так выдай все до потрохов, ведь гнет к земле, пока не сбросишь тугие яблоки стихов. «Нечаянные строчки» – именно так назывался творческий вечер, одноименный уже третьему сборнику стихотворений молодой поэтессы. Совместно с Сергеем Леонтьевым в дуэте «Остров» Алина радует не только лыткаринскую публику, но и всю Россию. И только за кулисами признается, что самое волнительное выступление, конечно, в своих родных краях. До сих пор самые волнительные вечера – это те, на которых есть близкие, родные, те, которые вот в Томилино, в Лыткарино. И вообще в Лыткарино это все и начиналось. То есть самые первые вечера, они проходили именно в этом зале. Поэтому, конечно, это самые важные и самые волнительные вечера до сих пор. Первый свой сборник стихотворений Алина выпустила в 19 лет. Одним из источников ее вдохновения является кофе. Поэтому в этот раз выступление дуэта было посвящено именно этому напитку. Стихи со вкусом крепкого эспрессо, сладкого глиссе или кофе по-венски произвели на зрителей бодрящие впечатления. Без кофе? Ну, какие стихи без кофе? Никаких, потому что пишется в основном по ночам всегда. И поэтому, наверное, тема такая и появилась. Одним из сюрпризов вечера стала лотерея, где победителям поэта дарили свои сборники и диски с творческими произведениями, некоторые из которых уже очень полюбились зрителям. Очень много положительных эмоций, хорошие стихи и песни, все очень понравилось. Я уже сказала, что действительно почистили и душу, и тепло, и вот действительно осень, она как бы ушла, а вот это все тепло, красота. Все понравилось. Очень. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, новости Лыткарино.